Я приглашаю на сцену участницу под номером 9. Это Ева Геворгян. Ей 13 лет. Она представляет город Москва, Россия. Ева учится в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени Чайковского у Натальи Владимировны Труль. Хачатурян, колыбельные из балета Гаяне, Рахманинов, Володос, итальянская полька. Thank you.
Это было выступление ученицы Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Евы Геворгян. Ева учится у педагога Натальи Владимировны Труль. Пожалуйста, ваши оценки для Евы. 12, 12, 12. 36 баллов. Дмитрий Александрович. Для меня это выступление особенно ценно, потому что я вспоминаю Аркашу Володося, когда он был моим студентом. И все эти обработки, это на моих глазах, это все было и создано им. Великолепное выступление не только в виртуозном отношении, но и первая пьеса тоже по характеру, все прекрасно звучит, огромные возможности пианистические, но не механические, а с характером. Так что я считаю, что тут, так как я и рассчитывал, мои коллеги абсолютно такого же мнения. Все. Спасибо большое. Да, пожалуйста, Йонс. Я еще одно хочу добавить маленькое слово, что... Несмотря на такой молодой возраст, все-таки Ева уже показывает очень хорошее владение музыкальным временем, что важно для нас, и это как раз показывает ее музыкальную зрелость. Спасибо большое. Да, пожалуйста, Николай. Вы знаете, я только хочу добавить одну вещь. Ну, очень артистично, ярко играла итальянскую польку, но для меня гораздо важнее другого. Вот молодая исполнительница меня за душу потрогала Хачатурианом. Спасибо за это. Спасибо большое. Яна, как там Ева? Ева, как ты? 12, 12, 12. Что ты чувствуешь? Я в шоке, если честно. Я на самом деле не ожидала. Мне очень сильно приятно, и я благодарна каждому члену жюри. Спасибо вам большое. А вот эта формулировка. Ева потрогала меня за душу. Как тебе это удалось? Как ты это сделала? Ну, все-таки эта музыка мне близка. Хачатурян, армянский композитор. Я просто решила выразить то, что я чувствую. А что же ты чувствуешь? Сложно объяснить, это только музыка выражается как раз. И такая программа необычная, нестандартная. Как она сложилась? Чей это выбор? Ну, это на самом деле выбор мой. Вот, и я услышала однажды, как Аркадий Владович исполняет свою обработку, и просто влюбилась в это исполнение, решила тоже попробовать. Просто невероятно. Спасибо тебе, удачи. Спасибо вам большое.